получилось. Давай поплачем, посморкаем чуть-чуть меня, давай. Так, сейчас Соня старается, но снимать не буду. Мне уже должна была подъезжать к дому. Я еще не выехала. Нам ничего не надо. Это тебе надо, Мария Михайловна. Ты что там придумала себе? Это мне меч вчера так привезли. Похоже? Буду очень рада, если вы меня поддержите и перед просмотром этого ролика включите VPN. Спасибо вам большое и приятного просмотра. Доброе утро, это будни тренера. Сегодня вторник, начало новой недели. Да, вчера был понедельник, но вчера что-то не было у меня настроения ничего снимать. Это снова мои коленки. Так, такой мини-завтрак у нас. Чай, печенька. Сейчас у меня допы. И это уже... На работу. Должна я после допов сходить успеть покушать и быстренько бегу в ФОК, потому что, блин, я не успею поесть, получается. Грустненько. Ладно, придется есть снова в моем любимом ресторане. Кто догадался, какой ресторан, пишите в комментариях. Выше арабы с коленком. Выгни, выгни коленку. Давай, давай, давай. Еще, 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 еще. Молодчинка. Уже получше, давай еще разок. Так, у меня сейчас девочки на допах занимаются. Вот меня уже поздравляют меня с 8 марта. Так, подарили мне кружку. Наверное, нельзя стирать посудомойки, но вообще очень красивая с этими. Все, у меня кружек дефицит, если честно, но уже, наверное, нет. И это хорошо. Спасибо большое. Давай, арабеск, молодец. За шпагат ножку, давай, за шпагат, за шпагат. Короче, не успеваю я поесть. Потому что, правда, мне идти. Ну, 15-20 я в этим пешком хожу. Надо еще успеть дойти. Ну, а значит, сегодня будем питаться, не знаю, сэндвичами, чаями. Я прям расстроена. Я еще позавтракать не успела. Но позавтракать, я, видите, тут чай попила с печенькой. А так, мне муж... Вечером приготовил кашу, чтобы ее разогрела, а я немножечко попутала по времени. Короче, я сегодня лох. Маши ручки, что ли? Ты, Маша. Вот. Немножечко вот попросили меня в комментариях, чтобы я больше показывала, как мы с ними работаем, но я забываю. Просто я с ними хожу, я очень увлечена, так скажем, тренировочным процессом. Я забываю вам что-то снимать. Знаете, мы работаем. Давай, ногти выпрями, давай. И лови, раз, два, раз, лови. Почти, смотри, поймала. Когда-нибудь мы это выучим. Так, все, прыгаем двойные. Настя, на Насте издеваюсь. Настя не очень этому раду. Ну, хорошо, давай, почти поймала, заюш. Давай, давай, рыбка моя золотая. Сейчас плохо бросила. Нет, те два броска прям такие хорошие были. Прям далекие, высокие, такие прям хорошие. Давай, надо прям напрягаться сильно-сильно. Давай, золотая моя рыбка. Давай, лови хорошо, хорошо, хорошо. Молодец. Ну, смотри. И ловля в колесо, во вращении надо. Ну, нормально, давай. Ударилась? Ну, не пожалею рыбку мою. Пеностерков. Давай, поплатим, посморкаем чуть-чуть меня, давай. Арабеск и вот сейчас получше. Арабеск? Арабеск мне надо было еще показать. Ну-ка, давайте там старайтесь все. На всех смотрю, на всех наблюдаю. Малыши учатся, мне идет такой разговор. Давайте. На всеми смотрю, на всеми наблюдаю. Сенечка, ручка, можно полы касаться? Можно, точно? Давай по... Так, сейчас кто не старается, я снимать не буду. Серьезно. Пальчики на... Давай, 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 ножку шпа. Ой, как тяжело, скажи нам жить на этом белом свете. Тяжело. Не куся нож. А пальцы, ты меня бить собралась, скажи мне честно. Иди делай, сейчас я вернусь к тебе. Николь, ты меня бить собралась, скажи честно. Это что за кулаки? Кикбоксинг. Бай. Вон, багруша, сейчас пойдем бить с тобой. Маюсь еще, давай, жги. Давай. Смотри, как старается Маюся. Не кошайся, Пола! И вставай! Тут вместе только. И... Помните, говорила вам куча народу? Сейчас от моих 21 человек. Еще плюс 3, 24. Обалдеть. Евгеньечка, ты работай, пожалуйста. Как получается? Так, вот получается мяч держать и крутиться.
Так, вот у Кристины почти получилось. Давай, Кристина. Правда? У всех получилось. Вау, давайте все показывайте. Все, все, все. Молодец, Агата. Ручки прямые только, да? Так, рассказывайте. Еще что учились делать? Давайте. Прыжок касаясь, еще с кем сегодня вы занимались? Назад в кубок. Летель. А с мячом мы что делали? Ну-ка, давайте его когда-нибудь вспомнить. Хватай его. Отбивали. Отбивай. От пол. Перекатывали. Было такое. А где мы его катали? Я сегодня ничего не ела. Ну, купила какой-то ролл. Жду автобус, еду домой. Дома буду не пойму во сколько, потому что задержались за девочкой. Я по 30 минут ждала маму. Должна была бы бежать к дому. Я еще не выехала. А я еще не выехала с королем. Девочки, пойдите. Кто-то нассал клубный ковер. Кто? Тима! Это кто? Кто это мог быть? Это, наверное, папа? Или я? Кто за это был? Не знаю, кто на ковер нассал. Ну-ка, признавайтесь. За мам. Крыть не хотела, но это папа. Он сыт нас ночью на ковер. Это что за дела такие собачьи? Блок. Это что же дела? Это что, блок? Это блок. Это блок. Это блок. Что за книжка? Спросил у меня Владик. Очень интересно, правила говорю. Правила доспорта. Они, книжка отправляется каждый месяц? Да. Каждые две недели? Каждую неделю. Каждую неделю? Мне кажется, это уже устаревшая. Нет? Да, это уже устаревшая. Там уже не все дополнения. Ну, 21 декабря 23 года. Мне кажется, там уже 10 раз поменялось. Не актуально. Тем временем я уже второй день разматываю елку. Так, немножко повеселее. Да, время март. Вот, это я размотала вчера. Сейчас немножечко поразматываю сегодня. Когда-нибудь, может быть, мы ее размотаем. Сдайте, да, и все. Забыла. И опять. Да, ломали. На манеж все те же. Что у тебя такое? Это мне мяч вчера так прилетел. Мяч? Угу. Мяч, ты уверена? Ну, давайте показывай. Нет, оно и перед собой не работает. Давайте, давайте, давайте. Живот, 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 живот. Так, давай, самый хитрый у нас тут. А что вторую руку не выкрутила-то, а? Давай, раз. Самая хитрая, молодец. Давай, смотри, какой гениальный гимнаст. Давай. Вот это да! Так, а вы показываете как? О, Кристинка, молодец, Ульяна! Ничего себе! Никуся, давай. Так. Саша, там ничего нету. Николь, показывай, как бросает. Молодец, Яся. Вот у нас все, команда собралась. Смотри, у нас 5 человек. Так, уже скажи, пора с булавами выступать, девочки. А вы как хотели? У нас времена в гимнастике меняются, все. Сейчас учим упражнение с булавами, да, Саша? Да, идем с ними выступать. Я тебя ручку не сгибаем. Так, смотрите, мастерство с булавами, как вам? Давайте. И
Хоп! И поймать, молодцы, все. Точно выступать идем. Все, учим упражнения, идем выступать. Класс. Давайте блокнотики. Так, сейчас я буду заниматься дальше. У меня еще один доп. Пока шла. Задумывалась над тем, что у меня был период, когда я вообще не ела сладкое. Максимум это был мед. Я вообще не ела хлеб. Вообще не ела ничего мучное, тортики. А тут ем картошку фри. Картошку фри чаечком запила. Без сахара. Я пью вдох без сахара. Тихо, хоть там. Тут там молодец. Тут там звезда. Завтрашнего дня я не ем больше опять сладкое. Потому что, ну, все мы прекрасно понимаем то, что, конечно, вкусненько, нельзя себе отказывать. Но это будет не про отказ речь, а про даже свое здоровье. Потому что сахар, он накапливается, метаболизм становится медленнее, стареешь быстрее. Короче, и все очень плохо. Еще я заметила, что стало меньше пить воды. И вообще воды не пью. То есть, когда с утра на таблетки себе запиваю витамины. Больше воды я не пью. Еще у меня столько мыслей в голове. Мне кажется, дети меня перестали любить. Дети. Дети меня не любят. Потому что, ну, знаете, у них сейчас такой период. Они выходят из этого мини-гимнасток. И начинают становиться именно гимнастками уже, которые выступают на больших соревнованиях, уже соревнуются уже, ну, на более серьезном уровне. И когда ты выступаешь на местечковых соревнованиях, все звезды, там первое, второе, третье, и все это очень здорово. А когда ты перешагиваешь через этот порог, он очень тяжелый. Дети, мне кажется, не понимают, почему я заставляю их работать больше, учить новые элементы, да. Что бы я там им ни говорил, что девочки, это вам надо. Они такие, нам ничего не надо. Это тебе надо, Мария Михайловна. Ты что-то там придумала себе? А нам ничегошеньки не надо. Мы сейчас вот так вот. Надо! Они обруч по башке, бам! Бам! Этот риск, мяч по башке, бам! Булавы вообще просто там летают по залу. Это наставление всем гимнасткам, которые смотрят. Если вам тяжело, я стала любить говорить эту фразу, надо себя, наоборот, похвалить в этот момент. Потому что если вам тяжело, значит, в этот момент нужно не заплакать, а нужно себя, наоборот, похвалить. Если вам тяжело, что-то не дается, значит, наоборот, нужно приложить еще чуть больше усилия, чтобы к этому тяжелому прийти, а не сесть на задницу и начать плакать. Это не самое лучшее решение в данной ситуации. Если вам тяжело, если вы устали, в этот момент надо просто сказать: «Бог ты мой, я просто самая лучшая на свете. Какая я молодец, я потрудилась». Почти. Давай. И раз, молодец. И речма, рукой помогай. Два, ну молодец. Не шагай только так вперед. Еще раз. Ну не НАСА. Совсем не НАСА. Я не могу вами налюбоваться. Это не НАСА собака. Какую-то подкинули. У нас был очень дровой. Дровой пес. А это какой-то. Это какой-то не НАС. А хвостом. А хвостом. Ну мы сейчас улетим. Ну мы сейчас улетим на вас хвостах. Ну мы сейчас улетим. Давай, умри. Кувырок. Молодец. Ну, кувырок. Давай, кувырок. Вперёд, как нужно? Нет, куда попу? Еще ты осталась толкать. Вау! Парень, как она прям трудится на левую ногу. Давай, давай. Ой, как она сама. И мизинчик полу тянет, да, на полу? Дима, я вот, смотри, как... Ой, как красиво сидит. Ой, как красиво. Ножку не тянет, это же прям видно, что не тянет. Давай, чтобы тянуло, не плачь. Давай, ножку тяни. Еще, давай, еще 5 секунд, давай.
А вот здесь. Давай. Один. Закрути еще ножку. Закрути. Закрути. Вот. Один. Давай нос подними высоко. Три. Подними нос высоко. Три. Четыре. Все, слезай. Давай. Ложись на спину быстрее. Быстрее ложись на спинку. Ножку потряси, чтобы ножки растрясли. Ложись на спинку. Давай. Ножку так. Потряси, потряси ногами. Давай. Потряси, потряси, потряси. Еще, еще. Все, я закончила. Дома у меня закончились. Иду кушать. Ура. Все, мне надо все подобрать свою сумку. Вот такой. Обед. Так, мы сегодня занимаемся булавами. Все, вам забыла снять. Все, все, все. Так, показывай, что научились делать. Давай. Вот это класс! Чего себе! 5 раз! Я просто в шоке. Девчонки, давайте. А другой ручкой тоже давайте. Другой ручкой, другой ножкой. Это старшая группа. Вот самые лучшие, самые, знаете, уже видно на опыте. Чай. Директор подарила нам футболки. Как вам, напишите в комментариях. Смотрите, как. О, синяя. Звездный городок. Смотрите, какие панкейки. Ну, цветочек. Я еще подумала, что он съедобный, а он несъедобный. Влад, иди панкейк ешь. Мерси. Это как шоколадочка. Этой шоколадочки еще был 2000. Это мне Амелия подарила. Смотрите, вот открыточку. Мария Михайловна. Даже уже правильно начали писать мое имя. Это успех. Желаю здоровья, любви, счастья. Пусть ваши мечты сбываются. От Амелии. Молодец, даже год подписала. И духами она еще напшикала, ёкарный бабай. Мы обсудили то, что если вдруг какие-то из моих гимнасток станут генеральными звездами, я все рисунки сохраняю. Потом буду выставлять на аукцион. А вдруг у меня как Дина Аверина вырастет. Я такая, продам рисунок. Вот в таком пакетике. Бархатные ручки. Вот эти гиацинты, смотри. Раз, гиацинт. О, шоколадка. Раз. Рафаэла. 2. Коробочка. Бунтер. Шоколадка. Вот такая сердечко. Там еще одна шоколадка. Ё-моё, сахарная кома, реально. Пряник. Смотри, умные люди как делают. Смотри. Тасимасю. Какие-то банки. Шампунь и кондиционер. Так что вот у нас про запас сразу. Да Викочка мне нарисовала. Это я. Похоже? Да. Вот такая. Посмотри. Кассеты. Это вообще я не ожидала. Я еще подарила мне девочку, даже не из моей группы. Так, еще мне подарили вот такую штучку. Да. И там. Внимание. О! Егор Крид. Егор Крид, да. Видимо, это браслет. Вот с таким вот. Надя мне подарила. Хиты, это тоже гиацинт, наверное. 8 марта. Я причем два раза написано. С 8 марта, с 8 марта и с 8 марта. Вот она, молодец. Конечно. Два раз правильно написала, один раз. Не смогла. А ну все, больше уж не подарили. Все, без подарков нету. Вот, такой обзорчик. 2. Ой, моя. Сашуля, давай берись, как старательные гимнастки. Стопочку тянем, вон там Олеся старается, молодец. Сашуля, давай. Покажи. Ой, как Тина старается, молодец. Спиночку только выпрямить, и София старается. Никуся и Мируся. Научись вращать булавы. Давайте, как он научился, чуть-чуть, смотрите, какие молодцы. О, Николь, молодец. До свидания. Николь, давай твою фирменную. Николь, до свидания. Николь очень самовоспитанная. Не захотела, видите, она говорит. Она очень говорит, Мария Михайловна, до свидания. Спасибо вам за тренировку. Хорошего вам дня или вечера. Зависимо от времени суток. Так что ребенок как-то... До свидания, девочки. Спасибо. Всем я желаю хорошего дня.
Я смеюсь, а родители такие, Марина, а ты будешь почти научить. У нас тут произошла кровавая бойня. Где еще кросс? О, смотрите. Лайфхак. Смотрите, берете перекись. У нас каргексидин, он тоже, оказывается, отмывает. О, как оно магически все отмывает. Там еще около входа кровь. Да около входа меня не сильно волнует. Мне волнуют ковры. Ну, сейчас я посмотрю. Где-то здесь, смотрите. Смотрите, оп. Ну, посмотрите, ничего нету. Все, пятнышки высохнут. И будет чисто там. С девочками сдают риски за конфету. Я сказала, кто сдаст риски, напрямую руку надо ловить. Иди, какую конфету выбирай. Какую, Рафаэлку или Мерси? Рафаэлку. Иди в рюкзак убирай. Вот кто три из трех сдал, тот идет конфету забирать. Ну все для вас. Давайте, один разочек надо всего лишь поймать. Борьба просто не... Лови! Они не могут три раза подряд. Я сказала, один раз поймайте, дам конфету. Лови, беги! Саша, ну как так-то? Так, давайте. Калибри, одна попытка. Ты не поймал, у меня видео есть. Нет, это не считается. Еще один раз. Еще один раз. Берите конфету. Давай, а теперь с Верой разочек еще. Все, вы рады, вы получили конфету. Столько мучений. А Вера забрала бы только конфету-то? Говорила, что не нужна. Ты взяла одну конфету? Да. А все, у меня все конфеты закончились, да? Нет. Ну, а почти все закончились. Все, идите домой. Феду потеряла конфету, давай. Вон там, Ферреро-Роше. Ой, Ферреро-Роше-то. Любую. Все, иди.